Ну что, мы погнали в очередной велопоход. Сейчас дядя Сережа возьмет свой велосипед, выйдет вон из тех гаражей. И мы погоним сегодня Мурзинки, Тарасково, Починки и обратно. Погнали! А вот и дядя Сережа едет наконец-то. Погнали, чё? Вчера приколяй, еду такой на мотоцикле возле Лотоса. Баба, короче, от переулка от Первомайского едет прямо через мост к Лотосу. Раз, поехала. И на красный фигарит такая. Я такой остановился во всякий случай. Дождался зеленого. Потом догнал ее. Показываю, говорю, ты что, дура, делаешь-то? А если бы там на перерез кто ехал на полной скорости? У нас Тарасково, привал. Мы ехали, мы 12. Да, время 12:40, ХМ, пьем воду. Ну вот, проехали 10 километров. Все понятно, 38 минут, да? Да. Сфоткайте меня, сфоткай. Ну, с другой стороны. Мы находимся в глубоком лесу. Зато зацените, что тут есть. Пруд. Озерцо.
Слушай, а там, вот, смотри, прям как раз речушка втекает, видишь? Проточная как раз вода. Слушай, я хочу искупаться здесь. Разок. Рыбы, полные трусы. Не рыбачил. Без 15.2 мы наконец-то доехали до столба Европа-Азия. Устали как собаки. Приехали в починки, тут тоже есть где покупаться. Мы покупаемся, да, дядя Сережа? Нет, сказал дядя Сережа.